Владимир Леонидович Фиалс делает доклад, который он назовет сам. Мой доклад называется «Русский дом на Аргуне». Это продолжение доклада, который я делал в прошлом году. Он назывался «Проект русского дома». Да, были представлены полевые материалы, точнее результаты полевой работы в Трехречье, в районе Китая. Вот, к сожалению, на этой карте Китай изображен такой серой массой. На самом деле, вот как раз район Трехречье, это вот примерно вот, вот этот регион, правый, значит, берег Аргуни. И почему он так называется Трехречье? Потому что где-то вот под таким углом сюда, значит, в Аргунь, где-то вот на этой территории впадают три реки. И эта территория издавна была населена русскими, к сожалению, сейчас осталось мало, в прошлом году. Я туда ездил как раз по бывшим русским деревням и бывшим русским казачьим станицам. Тогда действительно были поиски русского дома, хотя, вот вы знаете, вот в этом регионе с русской стороны я был в 92-м году, и в прошлом году, когда я искал этот русский дом, это были такие самые общие представления о том, что из себя как бы имеет, вот, как выглядит русский дом и чем он отличается от китайского. Тогда было собрано очень много такого фотоматериала различного рода, значит, записи сделаны, в том числе и фольклорных, посвященных обычаям, связанных с домом. И тогда уже родилась идея о том, чтобы поехать еще раз, второй раз уже на нашу территорию, чтобы, так сказать, получить уже новыми глазами тот сравнительный материал, который бы позволил сопоставить вот эти, с одной стороны, одну традицию, без сомнения, а с другой стороны, две разных традиции, русские традиции, значит, при Аргуне. Дело в том, что при Аргуне русские начали заселять еще в 17 веке. И вот русские казаки, которые шли сюда в поисках рудного серебра, они достигли вот того района, где сейчас находится Нерчинский завод, и обнаружили здесь действительно залежи рудного серебра. И, значит, вот это... находка, она во многом определила весь развитие всего этого края. Значит, когда было организовано Забайкальское казачье войско и были установлены казачьи станицы, значит, бывшая казачья станица, значит, Аргунск, Дамасово, Ишага, Алочи, ну, вот рядом с Горбуновкой была казачья станица Булдурой-1, значит, Заргул, это я называю те, как раз, по которым мне удалось проехать и по которым удалось поработать. Также вот бывшая станица Донинская, значит, деревня Дано, сам Нерчинский завод и горный Зарентун. Значит, в тот момент китайская страна была мало заселена, и, но она была более пригодна так для проживания, для выпаса скота, и русские казаки, которые проживали значит, на самой границе, они, пользуясь, в общем-то, определенными разрешениями со стороны китайских властей, организовывали там заимки, выпасали скот, ходили на охоту, и вообще как бы природно-климатически этот район более благоприятный, чем, допустим, со стороны России. И когда грянула, значит, гражданская война, то Забайкальское казачье войско в основном, конечно, сражалось на... не все, естественно, но очень многие сражались на стороне белых, так называемых белых. А после поражения они бежали туда, в Трехречье, уже как бы на эти заимки, там были организованы деревни. Там они совершенно спокойно проживали до 45-го года, когда произошла русско-японская война, и когда отряды, значит, Красной армии вошли на эту территорию и, в общем-то, заняли. Фактически получается таким образом, что это единая территория в культурном плане. Но что она себя представляет в культурном плане, конечно, необходимо вот отметить следующее. Без сомнения, существование Нерчинского завода, который до середины 19 века, в общем-то, был главным городом всего этого Забайкальского края, оно определяло очень много. Но я покажу немножко вот Нерчинский завод. Это как раз гора Крестовка, где нашли рудное серебро, извините. И вот нерчинчане, они говорят о следующем, что на самом-то деле на серебро, добытое как раз вот из этой горы, был построен Санкт-Петербург.
То есть это было первое месторождение, первая руда, которая была, собственно, принадлежала России, рудное золото. Все остальное серебро, все остальное серебро, оно, в общем-то, завозилось из других стран. И надо сказать, что нефтезавод, он был во многом таким передовым городом для своего времени, где до середины 19 века. Там появилась первая газета вообще в Восточной Сибири, первая публичная библиотека, первое горно-заводское училище и так далее. И вот как он нынче выглядит, нефтезавод. Надо сказать, что архитектурно нефтезавод, ну, такой небольшой сегодня небольшой поселочек, в котором проживает порядка 5000 жителей, дома все одноэтажные, но архитектурно в нем выделяется несколько зданий, очень интересных. Здания все построены в 19 веке. Ну, вот такой дом, который когда-то принадлежал, сейчас здесь магазин, а когда-то принадлежал Кандинским. И вот он построен в 1827 году, здесь останавливались жены декабристов. И вот был, так сказать, первый литературный кружок. И, в общем-то, дом, без сомнения, достаточно примечательный такой с культурной точки зрения. Надо сказать, что культурно-исторической точки зрения, надо сказать, что вот это как раз купцы Кандинские, они здесь и сколотили свой капитал, а художник, русский известный художник Кандинский, как раз вот принадлежит этому роду. Вот основа этого рода находится как раз в нефтезаводе. В нефтезаводе сохранило старое кладбище. Вот здесь на этой фотографии изображено как раз вот мемориал этой семьи Кандинских. Вот все, что от него осталось. Там достаточно много захоронений и католических, и православных, и есть плиты с греческими надписями. Дело в том, что действительно, когда нефтезавод активно достаточно функционировал, в нем работало много специалистов из Европы. Там они, так сказать, проживали достаточно долго. И вот по типу этого дома, вот дома Кандинских, были построены и дома некоторых других вот купцов, где сейчас также находится несколько магазинов и вот в частности почта. А в прошлом году, когда я ездил по Трехречью, я обратил внимание на достаточно такую бедную архитектурную орнаментику русских домов, которые мне там удалось обнаружить. И это было для меня тогда достаточно странно, потому что вот в памяти и в фотографиях не было такого сравнительного материала, связанного с русским краем, это с одной стороны. А с другой стороны, вот в самом Забайкалье есть район, допустим, Красное Чеку, это западное Забайкалье, где проживают старообрядцы и для которых, в общем-то, украшение своего дома является очень такой важным элементом вообще их жизни, их культуры. То же самое по Чите, по Улан-Удэ, бывшему Верхнеудинску, по Иркутску. Вот историки культуры отмечают достаточно много таких старых деревянных домов, которые богато украшены орнаментами. Да? Вот нефтезавод, он совершенно самый такой, значит, да? Вот как я, кстати, с этим столкнулся. И то же самое увидел в Трехречии, и также увидел по всем остальным деревням и бывшим станицам. Но вот одно из таких возможных объяснений все-таки связано с тем, что, несмотря на то, что, в общем-то, нефтезавод был таким центром интеллектуальным для Забайкальского края, но все-таки это был край каторги и ссылки, где в основном основная масса населения занималась тем, что работала на рудниках, на каторжных работах. И вот в качестве такого, может быть, примера, что же все-таки, как жила основная масса людей, можно показать вот одну из старых тюрем, которая сохранилась недалеко от нефтезавода в горном Зарентуе. Вот эта схема этой тюрьмы. Сейчас это здание существует. До недавнего времени она использовалась как основное здание школы. Сейчас это тоже здание школы дополнительно. Там находится спортзал и некоторые другие. Но вот в основном в советское время здесь учились вот дети в этой школе, можно сказать, школе-тюрьме
Вот такие очень. Конечно, она внутри перестроена. Внешне она осталась неизменной, но внутри перестроена. И очень любопытно, что удалось от бывших учеников этой школы записать несколько историй, связанных с духами, которые там обитают в этой школе. Вот. Понятно, что здесь были и какие-то карцеры, здесь люди отбывали наказания, очень тяжелое наказание. Вот, работая на рудниках самого горного Зарентуя, добывая также серебро, другие металлы необходимые для того времени. Вот, и, значит, ну вот, во всяком случае, говорят о том, что, возможно, и убивали в этих стенах кого-то, и понятно, что вот появление вот этих разных духов, этой женщины в белом, это какой-то мужчина, который ходит, вот, судя по покрову одежды, в одежде такого чиновника 19 века. Это передвигающиеся предметы в музее, который находится в здании этой бывшей тюрьмы. Все это, без сомнения, интересно. И вот, в общем-то, этот край, это в основном, конечно, край для людей такого временного проживания в себя, несмотря на то, что там вот живет уже несколько поколений русских людей, начиная вот, еще раз скажу, что с конца 17 века, тем не менее, многие себя чувствовали себя там временно, и поэтому как-то особо, наверное, украшать свои дома, вот, они выполняли свое функциональное основное значение, жилище, но особенно украшать и видимо, не хотелось. Если говорить об облике дома, вот, то, конечно же, современные дома, они очень сильно отличаются от того, что было раньше. И, конечно же, старые дома, которые были бы построены в 19 веке, их осталось очень мало. И любопытно, что вот те дома, которые я обнаружил, собственно говоря, русские дома в Трехречье, они и вот относились к такому типу, который вот, типу старых русских домов, значит, а на Аргуне их еще называют между собой та интеллигенция, которая там занимается краеведением, она их называет домами казачьего типа. Ну вот, это один из таких домов на, значит, в поселке Аргунск. Это еще такой же дом в поселке Дамбасов. То есть, собственно говоря, здесь две жилые части. Вход вот посередине со стороны двора, и, точнее, значит, там или две жилые части, или одна жилая часть, как бы здесь представлена, а с этой стороны хозяйские постройки. Значит, а вот это уже дом из Китая. Из Трехречья, то есть явно старый русский дом. Вот, это тоже он. Здесь даже вот сохранились ставни и наличники. Надо сказать, что в Трехречье таких домов со ставнями, я вам об этом уже говорил в прошлый раз, осталось очень мало, потому что во время культурной революции их просто-напросто заставляли людей снимать. Вот, ну, чтобы было, так сказать, видно, что делается в этих домах, и чтобы люди не приехали. Ну, почти как в Голландии. Но причины, конечно, были совершенно другие. Необходимо было знать, чем дышат, как разговаривают, что поют, что едят русские, живущие здесь. Ну, вот это еще один тоже дом, такой старый русский дом в Китае. Конечно же, сегодня таких домов осталось очень мало, и вот даже эти фотографии говорят о том, что, без сомнения, перед нами такая единая традиция. Если вот говорить об убранстве дома, то вот русских печей, старых набитых печей, осталось очень мало. Как-то я вот сейчас подумал, что я не положу, не представляю сейчас фотографии. Значит, Трехречье вообще таких печей почти не осталось. На нашей стороне есть несколько таких примеров, но вот в качестве такого очень типичного убранства это вот наличие таких настенных фотоальбомов, семейных фотоальбомов. Значит, да? Ну, это семейный фотоальбом Дамбасова, это русская деревня. Значит, да? Вот это тоже
значит, семейный фотоальбом «Дано», это русское издательство, значит, а вот это вот фотоальбом русских, живущих в Китае. То есть, видите, как бы тип оформления, ну, какие-то один и тот же, сохраняется, он очень часто встречается как в русских деревнях, так и в бывших русских деревнях в Китае. Вот. Это такая скамья, которую и на нашей стороне, и в Китае русские называют канапелью. Вот это канапель, значит, из русских деревень. Канапель? Да, канапель. Они называют его канапель. Нам сказали, что... А? Откуда? Вот я не проверял, это откуда, но вероятнее всего откуда-то из слова такого имитричного происхождения. Причем вот это слово как канапель, это значение канапель. Но это слово, очень активно употребляют русские в Китае, а в России я встретил его именно вот в этом значении, как канапель, только в одной деревне бывшей Донецкой станицы, находящейся, кстати, достаточно далеко от Аргуни. Именно вот хозяйка вот этой канапели назвала ее именно таким образом. А вот это как раз канапель из Китая, еще одна тоже из Китая, вот, еще одна из Китая, то есть вы видите, что вот, а это еще одна канапель из русского, из русской деревни, но хозяйка ее называла уже просто скамьей. Уезжая там, старая женщина подарила ей как память о себе. А это что? А, ну, это вот фотография уже. Вот несколько примеров наличников. Значит, да, вот обратите внимание, что они достаточно такие скромные в орнаментальном украшении. Но как бы так выделяется, я бы сказал, бы, три типа наличников, но я здесь показываю вот таких два, когда прямой вверх вот с такими завитушками, значит, уходящими вниз, это как раз из русской деревни с нашей стороны, в нашей стороне, это тоже в русской деревне с нашей стороны. Это еще одна русская деревня с нашей стороны. А это уже значит, наличники с русского дома в Китае. Вот еще один тоже русский дом в Китае. То есть это еще один русский дом в Китае. То есть явно сравнение показывает, что перед нами общая традиция. Вот. И вот такого типа значит, углообразная тоже вверх. Вот. И это значит, был в русском. Значит, на нашей стороне, а это русский дом в Китае. Значит, ну, вот это тоже русский дом в Китае, который будет новый. Вот ворота, русские ворота. Нет, это вот в нашей станице, значит, да, это тоже в нашей бывшей станице, а это, пожалуйста, в Китае. Значит, в доме, где проживают русские, называют местными. А функционально как-то эта арка, ворота не работает? Функционально она вообще-то... Это, ну, на самом-то деле, вот это уже явно упрощенная арка, которая раньше покрывалась такой крышечкой, козырёчкой. Да? Или ворота да. были выше, или нет? Нет, ворота не были выше. Значит, да? Но вот от этого козырька осталась только арка. Причем как раз вот в русских деревнях именно вот по Аргуни их встречают достаточно мало, а в Маньчжурии, в Трехречье встречается чаще, значит, и там не четко ассоциируется с тем, что вот это именно русские ворота, что вот китайские ворота, они сделаны несколько иначе. Естественно, вот говоря о доме, невозможно было не спрашивать о духе хозяина дома, о домовом. И на самом-то деле, вот если говорить о мифологических персонажах, о которых рассказывают и которые помнят в этом регионе в целом, домовой – это самый такой популярный, самый известный и самый, ну что ли, актуальный персонаж. Да? Актуальный в том смысле, что до сих пор при переселении в новый дом просится у домового. Вот. Причем эти материалы получены как на нашей территории, так и на территории Трехречья.
До сих пор русские, допустим, покупая скотину, заводя ее в дом, просится, значит, просит домового, чтобы он хранил и оберегал эту скотину. А до сих пор, когда родился ребенок, при первый раз его приносит в дом, также просится, чтобы он там не день ночевал, а ветру помолчал, то есть как и при постройке нового дома. И при переездах, при гостевании, также до сих пор все вот респонденты, с которыми удалось беседовать, как в Турквечи, так и на нашей стороне, все они активно советуют, чтобы обязательно нужно проситься, потому что если проситься не будет, то у тебя будет, вот само это, будут давить, будут, домовой, значит, будет тебе всячески мешать спать. А если ты не попросился при переселении в новый дом, то могут происходить всякие разные несчастья, и скотина не будет водиться, и так далее, и тому подобное. А все остальные представители вот этого, представители низшей мифологии, они оказались менее известны. И вот хозяева воды, вообще рассказывают очень мало на русской территории, а в Трехречии не удалось записать ни одного текста. То же самое надо сказать о хозяевах леса. Если на русской, так сказать, территории об этом рассказывалось, то в Трехречии не удалось записать еще. Они как называются на русской территории? Ну, вообще леший? Нет, и хозяин леса, или леший. Вот. И это связано, конечно, с тем, что основная масса русских оттуда ушла в 50-х годах. Она была переселена или в Советский Союз, или бежала уже дальше в Австралию, в Аргентину или же в Америку. И вот те потомки русских, местные русские, которые там оставались, они рассказывали, что, конечно, раньше это всего было много, мы слышали, значит, да, но вот русские ушли и ничего не осталось. Надо сказать, что сохранились некоторые представления о баннике. Вот. При этом баня, как вот предмет русского хозяйства, русского, как бы, быта, они в Китае также уничтожались, разрушались повсеместно. Вот. И поэтому о баннике записать удалось достаточно мало, хотя что-то помнили, но помнили при этом самого главного. То есть не рассказывали каких-либо, так сказать, историй о том, что вот как человек там пошел, нарушил запрет, пошел после 12-го баннича, да, и что-то там с ним произошло. Просто говорили о существовании этого запрета и все. А вот на русской территории такие сюжеты, они достаточно активно записывались в 70-е годы, и, в общем-то, удалось их обнаружить и сегодня. Но я сейчас ведусь к домовому, потому что сюда интересно, как же выглядит домовой. Вот. И обычно описывают его, то есть два или три текста вот на русской территории удалось записать, что описывают его невысокого роста, где-то около метра, с длинной бородой, причем борода бывает или белая, или такая темная. Вот. В одном случае он прыгал как зайчик. Да, и теребил, в общем, за то, что предупреждал о чем-то, как раз хозяев, о какой-то беде. Вот. И очень интересный текст удалось записать в Трехречии о том, что как все-таки выглядит тоже этот домовой, от одной из бабушек, бывшей метиски, то есть у нее мама была русская, отец китаец, она рассказала о том, что видела тоже домового, и этот домовой был в виде старика, тунгуса. И разговаривает с ним по-китайски, естественно, сегодня все билингвы. Вот. Тут, конечно, любопытно, во-первых, то, что сам облик этого домового изменился, он стал тунгусом, то есть он как бы не был похож на русского. И то, что он говорит по-китайски, в общем-то, совершенно естественно. Но почему он именно тунгус, а не китаец, в общем-то, можно было бы ожидать. Дело в том, что на российской территории тунгусов практически не осталось. Все они были ассимилированы в 19 веке, особенно в 20 веке. То есть они вспоминают как народ, который когда-то жил, вот еще там в 20-30-е годы прошлого столетия.
А в Китае же есть еще до сих пор тунгусы. И это как раз те тунгусы, которые пришли вместе с русскими, очень многие тунгусы, которые пришли сюда вместе с русскими после гражданской войны. И их считают очень близкими русскими, они, в общем, их считают православными. Да? Они, так сказать, кроме того, что говорят на индийском языке, они еще и хорошо владеют русским языком. Поэтому вот этот такой какой-то переходный тип между русским и китайским домовым, значит, да, вот он как бы воплотился в образе старика Тотпуц. Также относительно домового продолжают существовать достаточно активно и продолжают быть актуальными, представляя то, что его нужно обязательно кормить. И, как правило, это делают на Пасху, причем однотипно как на российской территории, так и по описаниям, сейчас это не актуально для Китая, значит, это также делается на Пасху и на Крещение, делают одинаково, выпекают, значит, 4 или 40 специальных булочек, которые раскладывают или же по углам дома, или же кладут в подполье. Да? И вот тем самым кормят домового. А одна из респонденток с российской стороны рассказала о том, что она кормит его чуть ли каждый день, кладет ему сладкое на шкаф в виде конфетки. Вот, и стала после делать там, это делать стало после того, как он ее вот, попытался давить. Она стала его кормить каждый день, выкладывала, так сказать, конфеточку. Значит, потом на конфетку спрашивает, куда она идет, значит, ну вот, так сказать, отдает или там свинья, значит, да, вот, не оставляет на шкафу. Понятно, что за те годы, сколько она живет, могла сказать, очень большая отличие. Дело в том, что я очень много спрашивал вот про такой персонаж, как змей и змей. Да? И вот удалось обнаружить, что вот, какие-то остатки представления о домовой змее все-таки было. Хотя уже змея в доме, представление как русских, проживающих на российской территории, в Китае, это плохо. Если змея живет в доме, значит явно хозяин этого дома или хозяйка этого дома занимается колдовством. Да? И вредит людям, во-первых. А во-вторых, значит, как бы, если змея в доме появляется, то ее нужно, конечно, оттуда выгонять. И для этого специально приглашали человека, который может управлять змеями. Ну, человеческая жизнь как-то не печальная, заканчивается смертью. Вот, и гроб для человека является тем последним домом, которого он обретает после жизни. И вот любопытно, что у русских, которые проживают на нашей территории, вот я не встретил этой информации в трехречии, но боюсь именно потому, что не спрашивал. Как всегда бывает, всегда при собирании фольклорно-графического материала, что знаешь, что и спросишь. Вот неожиданно обнаружилось, что бывших русских казачьих станицах по Аргуне до сих пор существует традиция давать надел умершим. Вот. Ну, в самой распространенной форме это просто прямо в гроб кладут хлеб и соль. Вот. Но встретилась и очень такая любопытная информация от одной из респондентов, которая живет в Аргунске, в самом верху, последняя существующая станица нынче в Аргуне, в Забайкальском крае, что кроме этого клали еще отрезанные шерстинки от всех животных, которые живут в доме. Значит, да? От кошки, от собаки, от коровы, вот, от овец, если тоже они в доме, значит, в доме. И тем самым, как бы, вот, давая умершему тот надел, которого он имел здесь, чтобы в той жизни он имел, кстати, нормальное хозяйство. Вот. И клали деньги, кстати. Но я, честно говоря, сейчас затрудняюсь сказать, существует такая традиция в каких-то других регионах России, но вот то, что в Китае существует представление о такой вот достаточно активной жизни
умерших на том свете, которые и для этой жизни необходимы, эти деньги и все прочее, значит, существует даже такое обычай зажигать специальные деньги во время поминального, во время самого поминок. То есть, и это все нужно проверять, но я не исключаю, что вот данного рода традиция, она появилась под влиянием контактов с энергетическим окружением на этой территории. Надо сказать, что сегодня вот территория Аргуни со стороны российской территории, она сплошь русская. И туда очень редко приезжают даже такой распространенный народ в Забайкальском крае, то есть автохтонный народ Забайкаля, как буряне. Они там бывают очень редко. Вот. Но в 19 и начале 20 века здесь как бы проживали тунгусы, они были ассимилированы, и вот сегодня это в основном такая русская территория. И, в общем-то, конечно, очень любопытно, так сказать, посмотреть за тем, какое влияние этническое окружение оказало на существование тех традиций и обычаев, в частности, связанных с домом. Русское население в Китае, оно без сомнений испытывает постоянное влияние со стороны своих сограждан, китайских сограждан. И для них является совершенно обычным такая ситуация. Сейчас я покажу немножко иконы. Все-таки русские в Китае, они остаются православными. И вот это иконостас из бывшей станицы на российской территории. Это то же самое. Здесь, как вы видите, здесь у нас присутствует верба, а здесь, кроме вербы, присутствуют еще такие небольшие цветочки, которые собирают на Петра и Павла. Чтобы не забывать, как меня называется, не будете из этого. Вот это еще один иконостас в русской деревне. Своеобразный. Это, пожалуйста, такой снятый иконостас, потому что был ремонт в доме в Китае, в русском доме в Китае. Вот это тоже русский дом в Китае. Это еще один русский дом в Китае, то есть они внешне ничем не отличаются. Вот этот любопытный иконостас, потому что здесь присутствует у нас, собственно говоря, икона, и вот такая фигурка китайского башка. Тут же вот рядом она стоит, пожалуйста. Тут же представлена. Вот. Это тоже из русского дома в Китае. Надо сказать, что здесь с правой стороны стоит сам эта икона, красный угол, а это изображение такого дедушки, который вешают на Новый год, ставится, он должен охранять дом от всякого несчастья. Это тоже такое изображение, тоже в русском доме, в этом же самом доме, который повешен на двери, тоже вешается в Новый год. Это еще один, это уже в другом доме. Сами иконы находятся с правой стороны, то есть фактически на одной и той же стене. Это в доме такой замечательной бабушки, которая вообще достаточно очень много знает различного рода легенд, преданий, такого христианского характера, сказок. А вот это, между прочим, вот такой божок, это уже из русского дома в России. Он находится, все это находится не возле иконы. Вы видите, здесь и герба лежит, это китайский божок, а вот здесь с левой стороны такая небольшая записочка на бурятском языке, на литом бурятском языке. Все это такая эклектика, она там, уже сегодня имеет место, в том смысле, что и на русские традиции на российской территории оказывает влияние китайские традиции. Какая-то молитва, которая... Нет, православная, буддийского характера. Буддийского. И этот бог счастья с этими длинными ушами. Да, вот.
когда с ним общаюсь, и тут же вот вербочка, которая была принесена вербное воскресенье. А вот это совершенно типичная вещь. Ну, известно, что машина для мужчины — это второй дом. Да? И вот, огромное количество машин, значит, украшены тем, что именно вот Завайкальничи, украшены тем, что есть иконы, значит, Иисус Христа, Богородицы, значит, и Николы, крестик и вот всякие разного китайские вот такие штучки, которые должны, по мнению владельца, принести им благополучие и несчастье, и вообще и счастье на дорогу. То есть вот влияние китайской традиции в этом смысле достаточно сильно и серьезно. Но, в принципе, достаточно было записано много различного рода поверий, связанных с предметами, которые находятся в доме. Ну, в частности, вот во время града выкидывали ключ. Вот это вот ключка, это вроде такой кочерги, которая в печке ворошили, чтобы она остановила грозу. Различного рода поверья, значит, да, по поводу падающего хлеба, выскакивающих угольков из печи, это, значит, предвещает то, что должны приехать гости и так далее. Различного рода порчи, которые вообще наносят разные нехорошие люди, злодеи, колдуны и так далее. Значит, да? Ну вот, это могут подкладывать в дом разных куколок из воска, значит, которые протыкают иголками и все прочее. Значит, да? А вот в Трехречии была записана история о том, что вот чудилось в доме, там стучало, что-то гремело, и пока, в общем-то, ну, что-то такое какое-то полтергейстное почти явление, вот, и пока не обнаружили китайскую косичку, которая вообще там лежала где-то под полом, значит, да, вот это ничего, все пор, когда обнаружили это, и это закончилось. Ну, я понимаю, что все устали, и сейчас очень кратко завершу. Надо сказать, что судьба русского дома в Китае и в Трехречии, она различна. Надо сказать, что русский дом в Китае стал брендом. Я уже говорил об этом в прошлый раз. И он используется вот в такой, в экономической сфере, в том смысле, что именно в русские дома, в русские семьи приглашаются туристы со всего Китая. Да? И русским семьям даются специальные субсидии на организацию вот такого туристического бизнеса. Приезжают китайцы, они живут в этой русской семье, они едят русскую пищу. И вот организованы такие русские гостиницы. Вот один из таких примеров. Это русская гостиница, это хозяин. Это русский. Причем дедушка, единственный, который читает по-русски. И обратите внимание, вот эту фотографию. Значит, да? Я надеюсь, что этот персонаж будет вами всеми узнаны. Нет ночи. Вот. У него мама русская, отец китаец, антропологический тип, конечно же, восточный, но дедушка осознает себя русским, православным и так далее. Вот это в этом же доме, вот он читает по-русски газеты, замечательно. Это вот предметы в этом русском доме. Это вот русская печь, которую я показывал уже в прошлый раз, так имитирующая горение. Это другие предметы. Даже предмет русского быта – стул. Так предмет такого тоже русского быта – как качели. Причем, если раньше эти качели устанавливали только на Пасху и убирали, то сейчас она стоит как бы в течение всего года. Значит, да, вот просто знак этого дома. Ну, а это как раз вот ждут очередных туристов и готовят русскую еду. Блины, ну, здесь как бы салаты, там, блины фаршированные. И так далее. Ну а судьба вот русского дома, ну а каким может быть другим дом на российской территории, в общем-то, понять очень сложно. Он может и оставаться таким русским. Надо сказать, что, конечно, экономическое положение достаточно сложное сегодня в этом регионе России, как и вообще в провинции. Вот эти бывшие станицы, они во многом выживают за счет того, что сейчас стали хорошо платить пограничникам, потому что они служат в основном по контракту, вот, и очень многие жители этих
бывший казачий станиц, где служит в программе «Триана», получает достаточно приличные деньги. Очень многие уезжают, вот, особенно молодежь, но вот глава администрации, точнее заместитель главы администрации самим вопросом Триагунский, мне говорил о том, что они наблюдают тенденцию следующую, что люди старшего возраста, они, конечно же, приезжают обратно, начинают возвращаться из городов в эти регионы, чтобы продолжать здесь жить, охотясь, живя свободно. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я могу сказать. Это достаточно такие свежие материалы, может быть, не до конца еще оформлены. Единственное, в заключении может быть выдача, что надеюсь, это все-таки превратится в некоторого рода статью, и мы вот тему нашего дома продолжим, и она будет опубликована, в частности, вот и с вашей статьей писал все в доме. Из того, что вы упоминали кочерга как средство от грозы, это ведь такая довольно старая, она есть у Афанасьева и так далее. То есть она просто осталась... Да, она осталась там как бы... Я не знаю, публикуется или нет, то есть, скорее всего, это в виде воспоминания о прежнем. Но, в таком случае, я вот не... этот способ избавиться от грозы, он известен в русской Забайкалье повсеместно, но я ни разу не видел, что при меня. Если бы не рассказывать, но... Тут, конечно, мы должны помнить о том, что вот существуют какие-то актуальные веры, которые сегодня исполняются, точнее, повсеместные активности, да? И вот те, которые остались только в памяти, в каком-то латентном состоянии, которые вспоминают, что когда-то так было. Вот трудно было разглядеть. Мне показалось, может быть, просто показалось, что вокруг икон у них какой-то оклад какой-то орнамент. Или это просто так? Иконы в основном нет. Я думаю, что показалось, но иконы все новые. То есть старые. Вот недавно там как металлические оклады были. Вот да, да. Вполне возможно, это тоже, скорее всего, вот 19 век поздний, почему? Я могу. Это усадебные иконы вообще. То есть вы думаете, там была своя традиция иконописи? Да, она точно была в общем, в этом регионе. Вот. И мне удавалось фиксировать, может быть, немножко западнее от этой территории, значит, да, о богомазах, которые ходили и рисовали. Да. То есть это иконы писаны? Нет, печатные, это купленные. То есть, да. Причем и в том, и в другом случае, и на российской территории, и в Китае таких старых икон практически не осталось. По одной и той же причине. Значит, да, у нас это уничтожало советская власть и преследовалось. Вот, и потом, значит, были набеги вороватых людей, которые забирали, значит, у стариков. Вот. Часть частично отдали в музеи, то есть я об этом записывал. А в Китае, конечно, они подверглись просто тотальному уничтожению, из-за хранения иконы людей тут же сажали, арестовывали, сажали в тюрьму. То есть нас как-то к этому относились по-лояльно, там. Ну, тут понятно, что это будет. Вот это мне очень нравится, левую часть. Да, совершенно верно, это Анастасия, замечательно. Да, замечательно. А как вы думаете, какова иерархия вот наших святых на иконах и таких каких-нибудь мелких демонов, башков? Они равноправны или все-таки эти китайские изображения как бы второго сорта? Знаете, то, что касается материала трехречия, у меня такое ощущение, что они равноправны. Они равноправны, то есть их вешают сознательно. Они отмечают, как русский Новый год, значит, Рождество, об этом они помнят. То есть они там, ну, в основном только, пожалуй, три праздника. Это Рождество, Пасху и вот, значит, Вознесение, Троицу, вот эти праздники помнят. И отмечают, конечно же, китайский Новый год, и вешают это во время китайского Нового года и относятся к этому достаточно серьезно и почтительно. Соблюдая правила, что вот проходит Старый Новый год, и этого, как бы, это изображение живет.
нашей стороны, конечно, вот этого пашка, которого, так сказать, я обнаружил, он был в доме такого местного интеллигента. И я думаю, что вот его дружба с бурятами, которые подарили ему эту молитву, значит, да, она и способствовала тому, что в его, как бы, его мировоззрение вот такая клетка уже произошла. Интеллигент, да, он кто по профессии? Ну, он по профессии, ну, вообще как бы никто. Он работает всем. И охотник, и там, и рыболов, и... Откуда что интеллигент? Откуда что интеллигент? Вообще по представлениям и по своей функции, которую он сегодня выполняет. Потому что значит, это самый главный казак вот этих вот трех бывших казачьих станиц. Абдульский, Дамасова и Шага. Главный и единственный, пожалуй. Да? И он очень много делает для того, чтобы вот, собирает историю казачества, даже какие-то статьи пишет, значит, да, без сомнения, такой вот, местной интеллигенции. Хотя он не учитель, не врач. А сколько ему лет? Ему, значит, около 60. Слышно, спасибо большое. Еще кто-нибудь хочет выступить? Значит, мы резюмируем, что мы дом там... печатаем. Да, да. В каком... успеваем в пятое, да? Печатаем, как... Да, у... Нет, у... Развеяющий свой. Да? Подборочка. Вот сейчас, только ваша статья. Подборочка статей. Ваша статья. Хорошо, я как-то это не знал. Как? Нет, я вам говорю. Да? Вы, причем мы даже с вами договорились о сроке. Это будет сентябрь. То есть срок пропущен уже, да? Нет, еще и сентябрь-то не прошел, поэтому у нас не срок. Хорошо. Спасибо. И вам позвонить. Поэтому приходите, да?